Всем привет-привет! Вы на моем канале о рукоделии. Меня зовут Елена. Сегодня я хочу подытожить месяц стартов, который я планировала начать с ботой. 100 игру... Как же он назывался? 100 игрушек амигуруми. В общем, 100 игрушек. Я не заявляла себя заранее, потому что я думала, что у меня не получится ничего повязать там, в общем, как бы... Ничего не планировала себе, сколько что буду вязать, думаю, сколько свяжется, столько и свяжется. Я не гналась за количеством, а я вязала именно для души или то, что просили. В общем, девочки уже подытожили свою работу. Я еще нет, планировала сделать третьего. Сегодня как раз третье. Я, в общем, только сейчас нашла время, и сейчас уже вечер. Если будет как бы не очень хорошо видно и темно, то я ничего не могу поделать, как уже есть. Вот, в общем, не считала, сколько игрушек у меня получается. И вместе посчитаем с вами. Но у меня не так много, но тем не менее. Так, перебивают, как всегда. Я приготовила вот такую корзинку. У меня все вошло в одну корзинку. В общем, не стремилась, еще раз говорю, вязать на количество, а именно, уберу маленько, с другой стороны поставлю, чтобы тень не падала. Именно вязала для туши. Сколько получится, как бы не гналась. Хотя, конечно, было желание начать и из плюшевой пряжи вязать. И вообще много других я себе идей насохраняла, нараспечатывала, но не получается иногда то, что мы хотим. Вот, в общем, я не буду последовательно, как у меня там что родилось, да, я буду показывать, как у меня лежит сейчас в моей корзиночке. В общем, связались у меня лисята. Сначала связался один лисеночек, потом второй лисеночек. Один из них уедет. Я уже приготовила, еще не собрала, но приготовила вот такая салфеточка, и один лисеночек уедут в подарок. Я уже знаю, куда, в Санкт-Петербург, к Наталье. В общем, две игрушки. Это я не вязала, это просто положила, потому что я приготовила уже делать. И думаю, сниму сначала видео, а потом буду посылочку отправлять. Дальше. Вот такой мишутка. Я не буду говорить, по чьим мастер-классам связано, если я не помню. Я потому что не все каналы запоминаю, либо не всех авторов. Я показывала... в ранних видео, и если бесплатный мастер-класс, то даже показывала сам мастер-класс. Вы пройдите в нижнее видео, если кого-то что-то заинтересует, там у меня все это есть. В общем, я это помню. Мир вязаных игрушек Марина. Это тоже мишутка классный. Мир вязаных игрушек Марина. Вязала по ее мастер-классу. Это по одной схемке, только ушки и мордочка оформления маленько разные. Вообще, мне очень понравились данные игрушки, такие классные. Такие вообще... Я сначала начала вязать такого мишку, и захотела вдруг маленько поменять цвет и связала вот таких лисят. Друг за дружкой, мне так и не понравились мишутка. У меня, значит, еще один мишутка, вот тут лежит он у меня, да, до сих пор никак не могу его продвинуть до конца, потому что отвлеклась на другие работы и пока не стала доделывать. Вот такого бычка я вязала в рамках мастер-класс. Снимала и вязала его, да. Вот тоже целый день, считай, заняла на то, чтобы снять, отмонтировать, загрузить. То есть минус один день у меня из-за этого бычка. Но я очень хотела его снять, потому что, думаю, ну я же как бы его придумала, жалко, может кому-то понравится и воспользуется данным мастер-классом. Вот, и бесплатно на моем канале проходите, смотрите. Также у меня связалась вот такая вот прекрасная зайчона. Кажется, или пик, или другого, меня Богдаша назвал пик. Вот второй связался зайка. Раз, два. Не помню, почему мастер-классу. Я смотрела у девочек. Так, это, наверное, Кристина Книц, по-моему, так называется. Я не помню. В общем, я оставляла ссылочки, оставляла все-все-все в ранних видео. Смотрите, здесь я не буду подписывать под этим видео, потому что повторяться, чтобы не повторяться и мое время не тратить. Также я вязала вот таких мишек. Вот таких вот очаровашек мишек. Вот первый. И я не помню, какой связался, по-моему, розовый у меня второй. Первый фиолетовый, а второй вот такой вот розовый у меня связался. Девочка и мальчик получаются. Так вот я их положу, чтобы... Ну-ка, если я выше подниму, это мой потолок. Там только если ножки выдвигать. Дальше у меня связалась вот такая вот очаровашка
единорожка. Также я показываю в нижних видео, по чьему мастер-классу я вязала ее. Вот, очень она мне нравится, но я ее сразу брала, чтобы меня ребята ее не затаскали. Потому что им она тоже очень понравилась. И мне не устала вязать вообще локоны. Классно оформляла, вязала локоны. И заключительная часть того, что я связала в плане игрушек, это у меня были вот такие брелочки. Так, где хвостик? Вот такой брелочек. Я пока не уносила их, я навязываю для магазина, но я пока не уносила их в магазин. Не было времени, возможности. Вот такие вот три брелочка. Я еще хочу навязать брелочков, поэтому я и не несу пока их. Вот, в общем, посчитаю итоги тогда, да? Очень небольшие, скромненькие, но тем не менее. Мне это очень даже хорошо, потому что иногда бывала и одна игрушка, и там две игрушки в месяц. А тут 1, 2, 3 брелка, 4 мишка. Еще один мишка, 5. Единорожка, 6. Зайчата, 7-8. Мишка, 9. Бычок, 10. И лисята, 11-12. Плюс 12 игрушечек. Я знаю, что девочки в общей сложности, я смотрю видео, и сегодня как раз смотрела видео боты, девочки в общей сложности навязали 880 игрушек, и плюс еще тогда 12, 892 игрушки в рамках, ну не хочет мой голос говорить, в рамках проекта. В общем, я связала. Конечно, в планах-то говорю, что было бы больше. Из плюшевой пряжи, конечно, вяжется и быстрее, и больше можно было бы навязать. Вот мое рабочее место. Вот. И я просто не стала гнать. Я, честно, не стала гнать. Вязала так, как, ну, позволяет мне и время. И дома сидели у меня, моя банда. В общем, не получалось иногда вязать вообще целый день. Там 2 или даже 3. Вот. Поэтому как уже у меня получалось со временем. Так, трясет вас тут немножечко. Вот, поэтому сколько есть. Я не знаю, сколько в остальные месяца, как бы в прошлые месяца у меня получалось. Никогда не подбивала итоги. Даже интересно посмотреть теперь, как у меня будет, сколько у меня будет работ вообще. Так. Так. Также я вязала не только игрушечки, я вязала еще и спицами некоторые вещи. Их я, наверное, буду показывать отдельно в видео. Готовые работы спицами, возможно. Может быть, месяца за 2 возьму, потому что у меня их не так много. Либо за 3 месяца, не знаю. Если они останутся у меня здесь и никуда не уйдут. Так, что-то я еще хотела вам озвучить. А почему у меня не вяжутся сейчас игрушечки? Маленько приостановились. Я подсела на плед. Я говорила выше видео, что я... У меня мастер-класс на плед Алены Паращенко. Я давно его начала. Наверное, это было, я не помню точно. Может быть, ну, больше полгода назад я его начала вязать. У меня было связано буквально там чуть-чуть. Я думаю, что, наверное, рассказать лучше в другом это видео. В общем, я вас заинтриговала. Тогда ждите выпусков новых моих видео. Все. Спасибо, бота. Я следила за твоим видео, когда ты вязала 100 игрушек, когда у тебя это получилось. Я следила за этим. И мне очень нравилось. И сейчас смотрю все видео, не пропуская. И даже захватываю старые, пересматриваю еще, которые не смотрела. Вот, мне нравится. В общем, вяжем-повяжем. Друг друга подстрекаем, показываем что-то необычное. Я уже у бота там присмотрела тоже. Ну и у других девочек, у некоторых, присмотрела некоторые моменты, что бы я хотела связать. Даже уже брала спицы и крючок. Там не спицы, вернее, а крючок и пряжу. Думаю, начну. Нет, думаю, надо закончить хотя бы это, иначе я начну. В итоге вообще никаких итогов не будет. А тут хотя бы это есть. Очень даже хорошо. Все игрушечки продаются. Кому интересно, все цены у меня указаны в Одноклассниках. Кому неудобно, пишите в любой соцсети. Я вам продиктую цены, либо, ну, просто напишу. Вот. Здесь я озвучивать цены не буду, потому что я некоторые не помню, чтобы не наврать, да, какая цена у какой игрушечки. Вот, поэтому проходите в Одноклассники. Как мне лисенок этот нравится? Классно такой. Проходите в Одноклассники и ознакомьтесь с моими работами. Отправляю почтой по всей России и за границу, если, конечно, будет желание у кого-то. И, в общем... Спасибо, бота, еще раз за организацию классного проекта. И вяжем-повяжем. Все, пока-пока.
Видео получается не очень большим, я большое не хотела, потому что игрушечек, ну, не очень-то много. И не стала я каждое описывать отдельно, кто, чего, откуда. В прежних видео все это у меня есть, вся информация доступна к просмотру. Все, пока-пока, вяжем-повяжем. Пока-пока.